Президенты России и США готовят новую личную встречу. Возможность ее проведения Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали по телефону. В Кремле отметили, что даты и место не определены, но дипломатам уже дано задание начать подготовку переговоров на высшем уровне. Количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, и, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Президенты условились дать поручение министру иностранных дел и госсекретарю как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным, в первую очередь для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Украины. Глава Белого дома также не стал конкретизировать срок и место возможных переговоров.